Меня иногда спрашивают, почему мы не помогаем взрослым. Ну, как мне кажется, им, взрослым, уже ничего не поможет. Но, видимо, мы и детям теперь не желаем помогать. Похоже, мы вообще решили наплевать на наше предназначение. Вам что, мало Питера Пэна, Мэри Поппинс, которые были придуманы? Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.